ты, я не думаю, что ты выживешь с королем. Собаки не настакивают на танки, потому что собаки улетают в бан сразу, как только выходятся. У нас два лока, и этого вполне хватает, чтобы банить собак. Лейлин и Нейктон, значит. Нейктон, ты даешь первый бан по собаке, Лалин даешь второй бан по собаке. Алло, здорово. Все, Бладос, хорошо. Ты зашел? Ну хорошо, я тебе говорю, Мишка, если тебя не сложат на короле, ради бога, мне в принципе без разницы. Значит, Бладос, тебя не было в Дискорде, ты забираешь на себя трусы и звездочку. Ты в рейде сейчас, видишь, да? Да. Хорошо, ты забираешь трусы и звездочку, ставишь трусы. Мишка забирает на себя полумесяц, ставит полумесяц. Паладин забирает на себя Олма и Кроша и ставит в череп. Дайте фулл ребаф, пожалуйста, тем, кого не было. Так, вроде бы все есть. Фласки выпейте. Масло намажьте. Обмажьтесь маслом. Идем с одним анроллом на мое усмотрение. Вот так вот сделаю. Сейчас, подожди. Один анролл на усмотрение. Трение не Релла. Чтоб потом не было вопросов. Так, все, в принципе, переодеваюсь в ДЦ. Ой, на тебе, если что, СС висит. Скидывайте оба. Лален, дай, пожалуйста, СС по Аларисе, нашему эрдру. Слышишь меня, Лайлен? Лок. Кстати, да, все, кто ролит... Прекратите эти роллы, пожалуйста, сейчас начну злиться. Те, кто ролит не на свой спек, еще раз повторяю, напишите, пока мы не начали, в распределении добычи свой ник игровой и спек, на который ролите. Не здесь написать Грейл, а там внизу канал распределения добычи, и только там я читаю. Все остальное я листать чат не буду. Да, дам ДБМ пул, значит, чек на готовность, на баф. По БРам я буду говорить ник друида, который БРит, и человека, которого нужно БРнуть. Магия, Решипи, Вальдемар и Тайт. Вы должны снимать щит с кроша в 0-1 секунду желательно. Унки не подтверждает. Подтверждает. Даю ДБМ пул. Играем по черепу. 5, 4, 3, 2, 1. Танков держим, прохиливаем. Геру дали. Шаманы Геру. Все, доехали по крошу, убили его. Держим мне паладина. Оверхильте паладина. Ничего страшного от этого не будет. Главное, чтобы он выжил. В бан собаку. Собаку в бан. Череп поставил, в бан отправили. Все, играем по чернокнижнику. Сейчас уже не будет так пробивать. Собаку в бан отправьте, собаки стоят, грызут. Собака только что вышла из инвиза. Окей. При рождении. Ну, кричи, пожалуйста. Так я же вижу. Вторая собака гуляет, это уже другой вопрос. Вот сейчас собака гуляет, во, все. Теперь замечательно.
меня превращение кинуло, и там звездочка. Ничего страшного, звездочка нам не страшна. Забери себе сразу звездочку. Долейте Олма, долейте Олма. Собаки пропадут сразу. Хилы хилим. Ничего страшного. Не произошло. Заехали по трусам. А, Унки, даешь БР по Вальдемару, а Лариса, даешь БР по... По хилу кек Тим Харт, холипал. РДДшники набрали рейндж, чтобы вас не откидывало. Дали бафы по кек Тим Харду, по холипалу и по магу. Вара, у нас достаточно много варов, пожалуйста, стакайте сандеры, это плюс значительно увеличит ДПС. Кек Тим Харт, ничего страшного не произойдет, даже если ты здесь без лапки и без каски останешься. На следующем боссе будет все равно фулл ребаф. По звездочке заехали. Заехали по Луне, пожалуйста. На вихре все будем отбегать. Я знаю, что есть дизарм, но все всегда слакают, поэтому будем отбегать. Отбежали милики. Ага, меня за текстуры выкинуло благополучно. А не, выпасть, да, замечательно. Come on.
Плечи, давайте, плечи. Ой, издевательство сплошное. Идем дальше, чистим трэш. Давно я такого не видел, чтобы с королей все трэш-мотки выпали и все на меня. Магия. Я вообще никогда не видел, чтобы шмотки на меня выпали. Печаль, обида. Вообще, не представляешь, какая. Играем по черепу, со жрецов сбиваем косты, чтобы не хилили. Крец вообще ушел. А, он ушел от нас. Ну и ладно. Обиделся. По черепу. У меня есть ДК, у меня есть роги, но никто не сбивает каст. Вам что, он нравится? Бить его, чтобы он хилился? По черепу играем. По черепу. По черепу играем. В комнату пока не заходим. Со швейцов сбиваем косты. Зашли в комнату, стали в звездочку, поели рыбу, дали фул ребаф. Слушаем внимательно. Паладины дают сакры в таком порядке. Сначала Кек в Тимхар дает первую сакру, вторую сакру дает Майлик. Void Light можешь давать по откату на притяжке. То есть вот притяжка Кем в Тимхар дает первую сакру. Потом вторая притяжка сдает Майлик. И так по очереди. Void Light можешь давать в любой из этих разов, как успеваешь по откату. Void Light у нас каски, Бибер у нас кулаки, Кек Тим Харт у нас кресты раздает. Танчить у нас будет Void Light и Бладос. С Мишки снимаю метку. Так.
Хотя, не, подожди, Бладов стоит. Есть, да, есть. Все, спекайся, спекайся. Тогда фазлыч оставляю тебе, вернее, меняю тебя, повышаю тебя до печеньки. Вот это повышение. Да, теперь ты печенька. Че, повышаем? Бладос, спекайся в ДД спек. Нейктон, дай, пожалуйста, СС на Алариса, если тебя уже откатился. Лайлен, дай СС на Кектинхарда. На Аларису даю. Да. Лайлен, второй лог даешь на Кектинхард, на нашего холипала. На пулы сдаем в Мишку, в Фазылыча. Void Light и Фазылыч должны быть первый и вторым по агро, соответственно. На притяжке. Значит, запоминаем. По группам распределяя, кто куда разбегается на притяжке. Первая группа между квадратом и печенькой. Вторая группа между печенькой рамбом. Третья группа между рамбом и трусами. Дружище, у тебя войс включен. Третья группа между рамбом и трусами. Четвертая группа между трусами и полумесяцем. Пятая, я вас распределю, но если вы будете не успевать добежать, то бегите между полумесяцем и квадратом. Хилы становятся следующим образом. Кек Тим Харт в печеньку, Мейлик в полумесяц, Грел в ромбик, а Лариса в трусы и я в квадратик. Всех хилов хочу увидеть в их метках. Мейлика вижу. Древо вижу. Грела вижу. И Кехтимхарда вижу. Замечательно. Геру даем после притяжки, не с пула. Не умирайте, пожалуйста, в завалах, потому что это самая глупая смерть. Хороший ДД, живой ДД. Что касается МДД, Бладос, ты умеешь бегать под завалами? Да. За милишника, хорошо. Даю метку Бладозу, все милишники бегают за трусами. Все, вот куда бежит бегут трусы, туда и вы бежите. Значит, хилы... Кексимхард частицу на Бладоза, Мейлик частицу на... Ой, прошу прощения, Кексимхард частицу на Войдлайта, Мейлик частицу на Фазылыча. Значит, захиливаем наших танков по КД, они всегда должны быть на фул. Все ходки хочу на них видеть. Все положительные эффекты. Сейчас, секунду, я огурцы еще раз поставлю, пускай ребята возьмут. Возьмите огурцы. Бой на выживание, господа. Потому что мне ваши ДПС не сильно важны. Мне важно, чтобы мы прошли, и никто не сдох. В принципе, все. Чек на баф на пул. Сейчас дам ДБЛ пул. Пум, да. ДБМ пум. Роги, напуливайте, пожалуйста, на Фазылыча. Void Light и так наберет агро, а вот Мишка может и не набрать. Поэтому напуливайте, пожалуйста, на Фазылыча. ДБМ пул. Геру не с пула. А на пула, да, с пула. Геру после притяжки первой. 5, 4, 3, 2, 1. Сдали на пулы, поставили в центр, грула в центр отвели. Оба танка должны стоять под мордой у босса, чтобы... Не ворочался. Да, не ворочался, не сходил с ума. Сакру сдал, кек в Тим Харт. Все разбежались, сражали свои дефобилки, рейндж набрали. Минимум рейндж 10. Отлично. Ну как отлично? Решип и Волдримар решили не разбежаться.
Унки даёшь БР по Волдримару, а Лариса даёшь БР по Решипу. Быстрее. Подняли их, захилили и дали бафы. Подняли мне моих магов. Волдримара поднять. Все, молодцы. А чё, Гера не сдалась после первой перетяжки? Нет. Поверни его чуть влево. Ладно, после притяжки уже будем сдавать еще Геру. Стас, дашь Геру после второй притяжки. На второй притяжке сдает Сокру у нас Майлик, напоминаю. Войдлайт тоже может дать Сокру, если не сдавал. Где еще? Еще. Волдримара прохилить. В завалах никто не умирает. Сокру сдал. Сокру сдали, разбежались. Дев скиллы нажали. Геру сдали. Волдримара не трогаем. Выяснение отношений оставьте на после рейда. Срач в рейде, кик из рейда. Или без ролла. Больше я не хочу слышать никакого срача в рейде, ничего подобного. Физалыч, дай БР, пожалуйста, по унке. Ой, по-хорошему, прошу прощения. По-хорошему дай БР. Поверни его. Прохилить хорошего. Поднять рейд меня. На пулы не забываем в мишку отдавать. Ну и кто на прохилить? На следующую притяжку Сакру сдает стикек Team Hard, и если не стант не сдавал, то тоже сдаешь Сакру. Верни его влево. Прохилить, 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 не потерять меня. В завалах не стоим. Сакру, 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 Сакру. Все, молодцы. Прохилит танков. Когда у него станет меньше 30% хп, сразу же большинство внимания на танков переключаем. Потому что умирает танк, умирают все. Верни его. Никто на прохилить. Хорошего сейчас поднять.
Поверни. Танков держим. В завалах никто не умирает. Поверни еще. Максимально танков держим сейчас. Поверни. Роги, не забывайте демпул сдавать, пожалуйста. Сакру сдали, Майлик сдал Сакру. Станк тоже сдал Сакру, если есть. Разбежались на Баллер Рейндж. Дефобилки. Все, отлично. Добиваем босса. Держим танков сейчас максимально. Войд танка поднять мне. Все, паладина поднимаем. Верни чуть-чуть. Мишку захилить. Мишка, дотанчиваешь до конца. Мишку хилим, все оверхилим Мишку. Все ходки на нем держим. Пятьсот тысяч. Добиваем. 400 тысяч. Добейте. Ну, долго били. ДПСа не хватало. С горем пополам. О, наконец-то-то, господи ты, боже мой! О, господи ты, боже мой, наконец-то. О, наконец-то. Все, наконец-то. Наконец-то просто. Боже, сколько я недель ходил за ними. Тресните, пожалуйста, летим на Груля Магика. Да, штаны это анрол. Штаны, анрол. Что? Я слышу тебя, Тайт. Про твои пати все я увидел, что ты написал. Нет, ролить будем мы все по таймлуту. Какую триню? Не было там трини. Зубы Грула. Метательная. Типа, ну... Вот. Те, кому надо, да, отойти, там био, все остальное, то как бы можете отойти. Сейчас я дам ДБМ брейк. 3 минуты. Всех жду в 53 минуты назад.
Ничего себе, как ты там кнопки жмешь. Пять, четыре, три, два, один. Вес, ты меня слышишь? Ты там долетел, не долетел? Ясно, наш лок еще не долетел. Ну тогда, если кто-то из лока... А, у нас всего два лока. Фух, сейчас локи долетят, поставим шкаф, засуманим. А, стоит шкаф. Ну тогда потыкайте каждую свою группу, кто уже долетел. Каждый, кто пришел уже в инст, самонит свою группу. Не надо никому подходить, я просто метки ставлю. Все, они все засумонились. Чек на АФК. Я пока не могу прочитать это заклинание. О, ну, в принципе, можно пойти. И у нас квадратик есть, да, квадратик есть. Охота, ты сбиваешь косты звездочки. Вэлла, ты сбиваешь косты печеньки. И Стас, ты сбиваешь косты ромбику.
поскольку JavaScript не здесь. Да-да-да. Именно так. Сбиваем залп стрел тьмы. Это у нас звездочка. Ой, звездочка. Это у нас каст. По черепу у нас работает Грейл, сбивает косты. Из дождя выходим. Вышли из дождя. А, ну да, вышли из дождя, это сложная команда, я согласен. Залп стрел тьмы прошел, кто-то прослакал свой таргет. А, залили печеньку сейчас. Печеньку залили, все таргетно. Никаких масух не хочу видеть. Хочу увидеть умершую таргетно печеньку. После печерки также таргетно заливаем ромбик. Угу, кто-то сдиспелил. Не диспельте, пожалуйста. Эту штуку диспелить нельзя. Те же самые таргеты, те же самые метки сбивают косты. В огне слева, не стоит. Слева заагрили. Стойте, стойте, стоп, не агри этих засранцев. Черепу позбивай косты, Стас. Из дождя вышли? Все, поехали дальше. Все на тех же таргетах висят. Черепом развлекается JavaScript. Из дождя выходим. Сыграли по печеньке таргетно. По печеньке таргетно. Из огня вышли? Не диспелим. По ромбику. Сейчас еще не знаю. Буду распределять. Сейчас побегут сверху, назначаю им те же самые метки. Таргетно играем сначала по звездочке, потом по печеньке, потом по ромбику. Таргет, но из дождя выходим. После того, как всех долили, встаем все в звездочку.
и мирно ждем. Даем фул ребаф. Так. Сейчас я поставлю рыбку, не переживай. Михаил Потапыч, ты выживешь, если я тебя поставлю танчить? Аспект на паладина в ретрика. У тебя есть ретроспект паладин Void Light? Да, нет, плюс-минус. Рыбку ставлю, покушайте рыбку. Паладин, я хочу у тебя услышать ответ. Есть ли у тебя ДД спек? Так он написал, есть. А, все, забей. Потерял. Хорошо. Значит, спекайся в ретрика, а Фазылыч нам потанчит. Ты сегодня продвигаешься по карьерной лестнице. Был офф-офф танком, потом стал офф танком, теперь ты мейн танк. Вот такое вот продвижение. Рыбку покушайте. После того, как все покушали в рыбку, сразу становимся в треугольник и ждем дальнейших указаний. Так, только секунду, я подойду. Хорошо. Так. Пока стам, запоминайте. Сначала чек на ФК. Пока стам, кто сбивает, запоминайте. Охота, твой череп. Плюс чат, если услышал. Потом крест. Вела. Крест, твой таргет. Вела, плюс чат. JavaScript, твой таргет, полумесяц. Плюс чат. JavaScript. Ну, JavaScript, как обычно. Что, что? Твой таргет, которому ты сбиваешь залп стрел тьмы, это полумесяц. Вон, видишь, я к нему сейчас побегу. Видишь? Вот он. Понял? Сбиваешь ему каст. Плюс-минус. JavaScript, я могу кикнуть из рейда, если такая херня продолжится. Я хочу быть уверен, что ты понял, кому сбивать касты. Ты понял, кому ты сбиваешь каст? 5 секунд. 5, 4. А ты что, у тебя сложно с этим? Ну хорошо, рога, которая не кикает касты, рога без лута. Договорились? Договорились. Бладос, кикаешь касты с ромбика. Максвелл, кикаешь косты с печеньки. Стас, покикаешь косты с полумесяца. Так, у меня сейчас, я в вовь перехожу. Хорошо? Будет для тебя это сложной задачей? Хорошо. Дальше. Дальше. Мне нужны люди на кубы. Я стою тоже на кубе. Кто у меня еще? Плюсы, кто на кубы? Кто у меня на кубах стоит? Раз. Все, стоп. Достаточно. Так. Значит, Элита, становишься в ромбик. Бибер, становишься в печеньку. Нет, я передумал. Бибер становится в полумесяц, я стою в печеньку. Я в печеньку, Элита с полумесяц, ой, Элита с ромбик, значит, полумесяц у нас бибер, на черепе стоит у нас охота, и Грел стоит в крестике. Крестик, твоя зона ответственности, подхиливай, пожалуйста, череп, и если будешь успевать добежать полумесяц, думаю, что будешь успевать.
Вот. По костам распределил. Значит, после того, как мы убиваем чаротворцев. Сначала чаротворцев мы заливаем точечно. Не хочу видеть никаких масух. Точечно в следующем порядке. Череп, крест, полумесяц, ромбик, печенька. Дальше, значит, когда выходят големчики, Бладос сдаешь войско мертвых, Максвелл тоже сдаешь войско мертвых, Локи банят големов. После того, как мы залили чаротворцев, все разбегаются по своим меткам, кто на кубах, все остальные, РДД, МДД, все абсолютно, кроме танка, идут и становятся в звездочку. В звездочку все дамажат, прям упирается в стенку спиной и дамажат. Все. Танк у нас один, это Фазылыч. Фазылыч забираешь на себя Мактиридона и танчишь в квадратике. У тебя там стоит метка. Все напулы в мишку Фазылыча. Это все. В принципе, чек на баф, на пул. Я дам ДБМ пул. Звездочка там за боссом, ее просто отсюда не видно. Бежи в сторону квадратика и увидишь звездочку. Даю ДБМ пул. Пять, четыре, три, два, один. Точечно по черепу, после этого точечно по кресту. Хилы потейте. По кресту точечно. После этого точечно по луне. Бан, пожалуйста. Ага, все, поддерживаем баны на магматических. Полумесяц залили. После этого играем по ромбику. По печеньке сыграли. Точечно залили печеньку и рассредоточились по своим местам. Все, разбежались, можете не трогать голема. Все в свои метки. Если я чуть-чуть подальше переставлю метку, вот здесь будешь танчить, чтобы на меня не дышало. Ё-моё, цель не поле зрения. Все, кто на кубах, забежали на платформы, взяли в таргет босса и ждем. Я буду говорить, когда нажимать на куб. В огне никто не стоит. Геру тогда, когда мы нажмем на первый куб. Элитас сдашь Геру, когда нажмем на кубы. Нет, не Элитас. Геру сдаст у нас Грейл, когда мы нажмем на кубы. Милишники, вам сложно стать в сторону звездочки. Вы будете ловить дамаг и сейчас сдохнете. Берить миликов, которые сдохли от клива, я не буду. Нажали. Держим. 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 Максимально. Все, ушли. Ушли, ушли. Прохилили всех, кто на кубах. У нас стоит.
Я так понял, Гера не была сдана. Ладно, на следующую вспышку сдадим Геру. Я заанонжу и вспышку, и Геру. А, у меня оба шамана на кубах стоят. Дайте тогда Геру сейчас. Тогда неважно. Да, я что-то забыл, что у меня Грилл тоже на кубах стоит. Унки, БР, не JavaScript. Если есть БР. После откидки забегаем на платформы. Готовимся. Нажали. Жмем, жмем, жмем. Все, ушли. Ушли, ушли с платформ. Когда скинется дебаф, все забежали на платформу, кто на кубах. Встали на кубы. А Лариса, дай БР по хардспейсу. Фазылыш, ничего не делай. Берните мне хардспейса. А Лариса, все, спасибо. Нажали. Ждем, жмем, жмем. Все, сушли с платформ. Когда будет 30%, насколько я помню, значит, будет обрушиваться потолок. Когда обрушивается потолок, сдаете две сакры. Кек в Team Heart и Маэлик сдаете две сакры. Когда посыпется? Я заанонжу, но на всякий случай, чтобы вы об этом помнили. Все РДДшники, все милишники, когда рушится потолок, отбегают к стене, упираются лицом в стену и все. После того, как сыпаться с потолка перестанет, все, можете снова занимать свои позиции. Забежали на платформы те, кто на кубах. Готовимся к вспышке. Нажали. Жмем. 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 Ушли с кубов. Ждем, пока кончится дебаф. Забежали на кубы, на платформу, ждем каста. После откидки сразу. Нажали. Держим. Ушли с платформ. Готовьтесь давать сакру паладину, скоро будет сыпаться с потолка. Все РДД, МДД. Вот сейчас сакру сдавайте. Все уперлись в стенку. Те, кто на платформах, забежали на платформы, стоим, ждем каст после откидки.
Нажали, нажали. Держим. Держим. Ушли с кубов. Ушли с кубов. Ждем, пока скинется дебаф. Еще как минимум одна вспышка будет. Соответственно, не расслабляемся. Может и две, не знаю. Забежали на платформу, кто на кубах стоит. После откидки сразу на платформы и ждем каста, скоро он будет. Нажали. Держим. Держим, держим, держим. Молодцы, ушли с кубов. Ждем, пока скинется дебаф, но я думаю, что вы уже добьете. Два миллиона добивайте. После откидки кто на кубах занять свои позиции. На всякий случай. Встали на кубы. Нет, молодцы. Молодцы. Ставлю на себя звездочку, все встали в центр комнаты. Вот маунт еще выпал. О, да, прикольно. Очень редко он, кстати, падает. Так, подожди, меня выкинуло из игры. Главное, мне засчитало убийство. Все встали в центр комнаты, поставил на себя звездочку. Кто сраливает предмет, подходит к звездочке, кидает трейд, забирает предмет. Бегать за вами я не буду. Не хотите получать предмет? Это как бы не мой трабл. Сейчас я подойду. Заберу все. У этого игрока нет места. Угу. Давайте тогда начнем с головы, как говорится. Ролим голову. Все ролят, кому надо, кто еще не сдавал. Девяносто пять вижу бибер. Больше не вижу. 5, 4, 3, 2, 1. 95 бибер подошел, забрал. Вот я звезда. Видишь? Вот. Вот я звезда, я стою, сейчас распределяю. Сумка властителя с преисподней. Рольте кому надо. Кого такой нет? Один. 4-6. И 8-3. Опять еще один у кого-то, ребят. Ой, позылось 93. 5, 4, 3, 2, 1. Позылочу уходит. Клевый ролл. Да, топовый, бисовые роллы. Такое редко встретится. Черный мешок с самоцветами, все ролят. 99. 100! Двое, сотни. Хорошее вывело. Ладно, 5, 4, 3, 2, 1. Вела и хороший перероливают сейчас. Вела 21, хороший 15. Вела побеждает. Ой. Вот это ролл. То фигня, то вообще.
Так, все. Это мы строили. Теперь дальше идем. Бляха, маунт красивый, капец. Метательная сюрикен неверия ролем. Пять, четыре, три, два, один. Тра-та-та-та-та. Много та-та-та. О, сердалик выпал кому-то. Везучий человек. Mm-hmm. Мешка сердоль лутать. Грудь, паладин, разбойник, шаман. Токен, если чё. Сотник, сотни. Охота. Пять, четыре, три, два, один. Охота. 100 из 100. Охота, рольни еще раз. 36. Все нормально. Давай. Ну, это пуга рейд, я здесь не могу, понимаешь, права качать. Плащ покорителя бездны, плащ сила, выносливость, меткость, крит. Пять, четыре, три, два, один. Пухнул жидко. Пухнул жидко. Ну давай. Вот зачем вы выбираете себе такие ники? То есть вот... Не знаю, вы вот хотите, чтобы вас так называли? Действительно... Ладно, это оставлю вам. Совесть. Ну нет, не на совести, наше усмотрение. А дальше. Наручи топовые ролем запястья. 2 сакета, красота. 5, 4, 3, 2, 1. Владос выиграл, подошел, забрал. Бибер 84 выкинул, забавно. Было близко. Да, это было... So close. So close. В смысле? Что-то мне Бибер...